8 мая 2024 год. Фронт будет прорван, Харьков возьмут в мешок. Сегодня я такое утром после смены посмотрел видео, был в некотором шоке от такой чуши. Записал по этому поводу видео, объясняя, что это все полный трындеж. На что мне в комментариях пишут: лучше подготовить себя к худшему, чем там, ну, допустим, оптимистично быть настроенным на неосуществимое. А потом с улыбкой типа воспринимать то, что все не так страшно. Нет, блин, нафиг, это не так, ребята. Это называется целенаправленно, и я думаю, что это именно целенаправленно. Распространение панических слухов, внедрение. Это, блин, я не знаю, почему этих людей до сих пор не берут там за яйца там службы определенные. Я объясню, в чем разница между тем, что я пытаюсь что-то хорошее рассказать, оптимистичное, и такими вот внедрением слухов о том, что блэкауты сделают, прорвут фронт, Харьков в мешок возьмут, выставят свои условия там россияне. Очень просто, смотрите. На поле боя три танка едет на украинские укрепления. Да, представляете себе ситуацию? Там боец это видит. И есть три способа доложить об этом командиру, принимающему решение. Там, допустим, ты говоришь, там едут на наши позиции три танка. Все, едут и едут, сказал. Второй момент, это сказать, допустим, как я это сейчас пытаюсь сделать, да? Ну, условно говоря, в эфирах. Что я говорю, на наши позиции едут три танка вражеских. У одного там справа динамическая защита пообтесана, можно его туда долбануть. У второго там триплекс заляпан грязью, блин, вот это его можно просто в лоб. У третьего гусянка на соплях, там туда бревнышко можно кинуть. Понимаете? То же самое сообщение. Там три танка. Просто здесь я еще подчеркнул, как можно эти... Надо замечать те положительные стороны, которые есть в этом негативном действительно сообщении. Понятно? То есть и третий вариант, это запрыгнуть командиру в окоп и заорать: там на нас несется, блин, 15 танков, 16 БМП, 85 десантников, и все они, блин, у них на башнях там, я не знаю, что там, какие-то трехголовые змеи Горыныча. Понимаете, что на основе этого, ну, утрировано, да, третьего сообщения, командир там может принимать какие-то... Это ведет на поле боя, это ведет к панике, если это слышит не только о том командира, а еще какие-то люди. Это приводит к неправильным решениям. То, что вбрасывается такие вранье откровенное, откровенные пугалки, блин, в эфиры. Причем это на YouTube канале. Я был в шоке, потому что я уже лет 25 телека не смотрю, понимаете? А в YouTube я смотрю то, что мне интересно, интересных мне авторов. И тут совершенно случайно... Ну, сейчас это долго будет. Я просто в шоке, что это в эфирах. Это сотни тысяч просмотров на YouTube. Это, блин... Я представляю, как это людям мозг выносит. Тем неподготовленным, не понимающим, как фильтровать информацию. То есть... Нас действительно, вот я после 14-15 года был там на войны под Луганском, на сборах был там в 16-м, да, и нас там обучали, что, ребята, когда вы с паникой сталкиваетесь на поле боя, просто вырубайте своих же солдат, ну, то есть не обнуляйте, как россияне делают, да, а просто вырубайте любой ценой, чтобы он терял сознание, обездвиживайте, чтобы он не мог, потому что паника одного человека может привести к гибели целого подразделения. Ну, я при таком не присутствовал, но как паникуют люди, я видел, ну, допустим, все обошлось, скажем, там человек паниковал, упал, там голову руками закрыл, но это во время боя, да, он как бы сам себя поставил. А можно же паниковать так, что все подразделение сорвется с позиции, сдрыснет. Так что, да, так что я хочу. Я вот после утреннего этого такого с выпученными глазами рассказа сейчас немножко подостыл и попробовал. Вы понимаете, я вот это все записываю для того, чтобы после того, как мне мама из Германии, она, то есть, оккупирована Купянская, тогда еще оккупирована, сейчас освобождена, она поехала в Германию, и вот она мне из Германии рассказывает о том, как все плохо у нас. Мне здесь, блин, нафиг, я уже 2 года тут работе на пологе Орехова, понимаете, и гуляй поле, гуляй Пильске. Безвылазно. И она мне рассказывает, как у нас тут все плохо. Мамочка, я тебя люблю очень сильно, я именно для тебя это все и записываю, потому что я пытаюсь какой-то алгоритм придумать, чтобы таких, как ты, люди могли себе по-простому, ну, как бы простыми методами определять, зерна от плевела отличать. Понимаете, смотрите, сейчас я просто что на ходу придумал. То есть, как эти три танка, вот должно быть... Три критерия таких основных. Но мне кажется, я же не специалист, вы поймите. Я просто действительно для своей матери это делаю. Мамулька, целую тебя.
Первое, на что надо смотреть, это источники информации. Это самое важное. Это самое важное по уровню, по убыванию. Первое, из этих трех китов. Это три кита, да, на которых держится наша плоская земля, на которых лоза плывет к Керченскому мосту. Так, еще пока существующему. Значит, первое, это источники информации. Первое, на что, кого бы вы ни слушали, если вы чувствуете, что вам что-то плохо от получаемой информации, это как со жратвой, да, знаю, это вы съели что-нибудь. Если у вас высыпало чего-то, а посмотрите на лице, а что вы съели, может, там апельсины, цитрусовые и все остальное. Тут же то же самое. Услышали вы какие-то новости от какого-то типа левого, допустим, нового? А я этого типа что смотреть стал? У меня офицер, я говорю, я с утра говорил, у меня офицер подразделения, он, правда, сейчас демобилизовался. Он мне там с полгода, с год назад сказал, посмотри вот это, что вот это, ты там слушаешь, смотришь, вот это что. Я посмотрел буквально 10 минут, говорю, засланный казачок, вообще его слушать, это только, ну, вредит себе. Но то, что я сегодня увидел, это просто трэш. Да, так вот я же сегодня тоже напоролся, а я напоролся на канале у женщины на ютубе, у которой бывают интересные там, иноземцев там, ну, это какие-то люди, которые мне интересны, да, которых я слушаю, там, Липсиц, там, неважно. И тут я думаю, давай я этого послушаю еще подробнее. И наслушался, я офигел, блин, в мешок они возьмут, блэкаут они сделают. Слушай, первое, источник, как я долго рассказываю. Источники информации. Откуда берет этот человек информацию, который вам рассказывает то, что вам приходится в депрессию вас гоняет. То есть это должно быть источники информации, во-первых, на кого он ссылается, а во-вторых, где это написано. Понимаете, что Зеленский сказал там или Буш сказал, если это написано в электронной, на сайте «Наш дом и шишки с грибами в нашем садочке», то есть это как бы, ну, не авторитет. Иванов там сказал что-то на «Экономист». То есть, чтобы это был авторитетный стрек-рекорд, чтобы был это у газеты, там, у телевидения, неважно, это важно. Второе. А говорящий человек о том, о чем он вам рассказывает, он вообще авторитет в этой области? Он имеет какое-то представление об этом? Или он говорит, что «а я вам сейчас забахаю венгерскую рапсодию с листа, жалко только рояля нет». Ну спросите там у него, там, попытайтесь, или по косвенным каким-то признакам узнайте. А когда ты ему говоришь «басовый ключ», он вообще про что думает? Про Дуремара и Басова, да, или «золотой ключик» и «Тортила», или про сольфеджио и нотный стан. Понимаете, да? Вот если он что-то рассказывает, а кто он такой, чтобы об этом судить? Если я что-то... Это и меня касается. Вы меня, когда слушаете, тоже так делаете там, да? То есть, если... О чем я говорю? О том, что там у нас подработано, о том, что там у нас там под пологами, что? Это о том, как было в 2014 году у нас были пистолеты, автоматы, а сейчас у нас там Брэдли там и все остальное. Посмотрите, а есть же видео там за 2014 год, они уже не секретные, да? То есть, можно посмотреть, а был ли я под Луганском, а был ли я там под пологами, а был ли я там? То есть, это все надо проверять. Проверяйте. Не надо просто, блин, взяли, отравили себе мозг этой трепотней. Понятно? То есть первое, это источники. Проверяйте, не ленитесь, проверяйте источники и проверяйте авторитетность источников и трек-рекорд, то, где расположена эта информация. Второе, это насколько авторитетен сам ваш рассказывающий, он является специалистом или он про синхрофазотроны рассуждает, являясь садовником. И третье, это запомните, что «после» не значит «вследствие». Это короткая, очень доступная фраза. «После» не значит «вследствие». Этот тип рассказывает о том, что, ну, условно говоря, что они долбанут по... Мы долбанем, украинцы долбанут по Крымскому мосту, это поэтому они применят... Это дает им право применить ядерное вооружение. Они применят на основе, на легитимной основе. Блин, я до сих пор возмущен, я извиняюсь, что говорю. Какого хрена? Как это одно из другого вытекает? Я, блин, понимаю, я вот это смотрел, как Путина там инаугурировали вчера там под снегом. И кто-то сказал, что король, царь ядерной зимы. А я подумал, я вспомнил, Ленингрип был такой в 1991 году, еще до развала Советского Союза. Люди час просто снимали о том, что, смотрите, вот броневичок, если мы разрежем, это получится грибница. А вот он, то есть они доказывают на основе какой-то полной, ну, они стебаются, что Ленин это гриб на основе таких-то и таких-то. Подводят к вас к мысли. Ну, это полный чус. Почему вы в это верите? Ну, одно не вытекает из другого, понимаете? То есть, когда эти люди говорят, что прорвет кабами там... Нет, это надо второе видео снимать. Ну, куда уже, 10 минут. Надоело. Честное слово, блин, просто... Может, как-то еще покороче сниму. Не могу. Эмоции до сих пор зашкаливают. Слава Украине. Все буду Украине.